Добрый день, уважаемые зрители. Приветствуем вас на стадионе на Флотской улице, где сейчас в рамках 14-го тура первого дивизиона состоится одна из его центральных игр. Ну а учитывая, что мы ее показываем, можно смело сказать, что и центральная игра, в которой встретятся две очень интересные команды. Прайд и Буран. Для первой лиги это имена новые. Ну, относительно, опять же, Буран в прошлом сезоне по ходу чемпионата перебрался в первую лигу, что несколько, на мой взгляд, обесценило чемпионат второго дивизиона. Но в этом году, наверное, вот за все те мытарства, которые были у нас у второй лиги, в этом сезоне компенсируется это потрясающим по накалу, напряжению, драматизму и интересу чемпионатом. Будем надеяться, что так все и будет продолжаться. Но сейчас мы о первом дивизионе. Прайд Буран, центральный матч 14-го тура. Две команды на ходу, две команды в огне. Две команды, которые, безусловно, ставят перед собой задачу пробиться выше дивизиона. Может быть, не очень активно ее декларируют, но все прекрасно понимают. И, может быть, даже там не с первого раза, хотя не с первого раза готовы в высший дивизион пробиться. То есть, если не получится, они вряд ли остановятся. Но, с другой стороны, и Прайд, и Буран, я думаю, что готовы к тому, чтобы высший дивизион и сразу перейти. И этого хотят. Ну, а значит, матч вдвойне будет интересным. Давайте к составам команд сразу обратимся. Прайд. Ворота на ваших экранах слева. Красивая серо-салатовая форма. Таких цветов нет. Вот знаете, я всегда немножко гордился, что удалось, может быть, немножко даже непроизвольно это вышло, удалось найти моей команде сочетание, которое, в принципе, не используется в мировом футболе. То есть, знаете, тут красно-белый вроде бы Спартак, но сколько красно-белых команд? Там красно-синий ЦСКА, но тоже сколько таких. А вот у нас красно-серые. И, в принципе, такого сочетания нет, такой команды нет, известной в мировом футболе. Вот также серо-салатовый — это тоже уникальная цветовая гамма. Ну и вот Прайд, видите, грамотно в этом плане поработал, подобрал красивую форму и стильно команда. Вот вратарь в салатовой экипировке играет, тоже, в принципе, в клубных цветах. А состав следующий. Вот как раз этот самый вратарь Александр Мартынов, номер 88. Справа налево в защите 77-й Дмитрий Наумов, 3-й Павел Горбачев, 21-й Петр Сорокин. В центре полузащиты действует Александр Блохин, у него номер 5. В полузащите правее Сергей Попов, номер 10, левее Владислав Ножкин, номер 17, хотел я сказать, потому что изначально мне Романа Макарова, а Дмитрий Семиков, который одновременно и игрок, и исполняет обязанности тренера, нарисовал. Но потом сказал его зачеркнуть и отметил Владислава Ножкина. Но я вижу, что Роман Макаров все равно начал в стартовом составе, 13-й номер, а Владислав Ножкин таким образом на замену появится. Ну и Андрей Голубев, номер 23, на 3 атаки, кроме Владислава Ножкина, еще сам Дмитрий Семиков под 9-м номером в запасе. В таком сочетании Прайд играет, да, Андрей Голубев на острие. Я, в общем, когда состав называл, могли подумать, что по ходу дела зрители, которые давно следят за Северной Лигой, что играют у нас то ли Пандора, то ли Восход, да, по сути, из бывших игроков этих команд составлен Прайд. Больше Пандоры, чем Восхода. Но из Восхода ключевые игроки Блохин, Голубев. Но больше Пандоры. Собственно, поэтому Пандора ниже сейчас, чем Восход идет в своей группе второй лиги. Вообще Пандоры тяжелые времена переживают. Такая перестройка. Ну, а как иначе, практически все лидеры бывшие команду покинули. Впрочем, не все они покинули напрямую Пандору. Тот же Семиков прошлый сезон провел в Северном Альянсе на Нилайнбере. Так, штрафной удар бьет сейчас по воротам Иван Филатов, который в стартовом составе Бурана оказался. Но вот видно сразу, что эти команды пока не обласканы вниманием телеэфиров. Ну и тренеры, в общем-то, указали не совсем те сочетания, которые вышли на поле с первых минут, потому что Иван Филатов должен был на замену появиться. Ну, давайте обо всем по порядку. Алексей Герасимов защищает ворота Бурана, ворота, которые справа на ваших экранах, бело-голубые цвета. С одной стороны, бело-голубые цвета в футболе известны, с другой стороны, у Бурана такая форма, по которой ни с кем команду не спутаешь, все-таки, согласитесь. Вот эта белая полоса
широкая, вертикальная, а по бокам голубые цвета. Вот такая в свое время была форма долгое время у Пари Сен-Жермен французского. Там была красная такая полоса широкая и синий был, темно-синий по бокам. Но сейчас ПСЖ в основном просто в синем играет. И уже вот та форма, наверное, нынешнему поколению молодых любителей футбола уже не знакома. Сейчас ПСЖ не по Роналдиньо знают, не по, прости господи, Джорджу Виа и Патрису Лако, а по Неймару, Кавани, может быть, чуть раньше по Златану Ибрагимовичу. Итак, Алексей Герасимов, номер 30, в воротах Бурана, оборона справа налево, 77-й. Должен был начинать, он должен был начинать справа, играет слева, это Ясмин Бинеш, номер 4, Шамиль Умалатов, капитан команды, ну и справа начал не Алексей Чугунов под 13 номером, а под 9 Иван Филатов. Артем Соболев, номер 22, играет в центре полузащиты. Справа действует под 10-м Вадим Болдырев, слева под 88-м Берег Тутберидзе, номер 88. Вот это вот три полузащитников: Болдырев, Соболев, Тутберидзе. Это, конечно, хай-класс просто для первого дивизиона. Ну и Максим Панцов, новичок команды под 17-м номером на острие атаки. В запасе Роман Плищенко, номер 7, Алексей Молочников, номер 27 и, соответственно, Алексей Чугунов, номер 13. При этом я сейчас вижу у Бурана одного человека на скамейке запасных, судя по всему, не доехали просто другие игроки, в том числе Алексей Чугунов, и поэтому Иван Филатов начал игру на острие атаки. Ну, а в запасе Молочников только на данный момент значится, по-моему, ну, значится это трое, а только Молочников, по-моему, присутствует. Ну, разберемся по ходу игры. Здесь скидка. Тут тоже надо отметить, что Панцов пока играет не на острие атаки. Хотя нет, я вас, наверное, обманул. Все-таки Чугунов-то в стартовом составе действует. Вадима Болдырева нет. Чугунов, да, справа играет, Бинеш слева. Хотя они у нас, наоборот, нарисованы на схеме. Вадима Болдырева нет, и Иван Филатов играет в полузащите под 9 номером, даже вернее не в полузащите, а он на острие атаки вышел, и поэтому Максим Панцов не в атаке, а на позиции Болдырева справа. Ну вот, вроде бы мы разобрались со схемой. Надо отметить, что Александр Навезенцев, главный тренер команды, обслуживает встречу арбитр Максим Каплин, резервный Игорь Елисеев, рефери, ваш комментатор, я, Александр Седов. Ну и Ивана Гжеляка отметим, это помощник, в общем-то, Навезенцева. Ну или, можно сказать, может быть, это тренер, который управляет игрой, как там поставлено, мне сейчас сложно сказать, но именно Иван Гжеляк состав заполнял у Бурана, и, к слову, в числе представителей он значится под первым номером. Сегодня у нас большой эфирный день. Начали все с интереснейшего поединка высшего дивизиона, в котором встречались Интер и Гефест. Покачались на качелях две топ-команды Северной лиги. Интер открыл счет, Гефест его сравнял, вышел вперед по ходу второго тайма, уже, по-моему, за экватором второго тайма. Но не только не удержал победу, а и вовсе уступил 2-3. Проиграл Интер, там страсти кипели. Можете посмотреть трансляцию с комментарием Кирилла Разумовского, а следом сразу же другой матч высшего дивизиона, может быть, не такой статусный, но, наверное, даже более важный состоялся и тоже был показан в прямом эфире, потому что Голдшарк и Легион борются за попадание в верхнюю восьмерку. Вот по новому регламенту у Интера с Гефестом не будет проблем в этом плане, а в верхней восьмерке очки сгорят после первого круга. Ой, здесь фол близко к желтой карточке. Дмитрий Наумов, ну, технично сбивает, тоже, кстати, бывший игрок Восхода, и сбивает Ясмина Бинеша. Ясмин Бинеш в Марвеле играл последнего защитника центрального. Здесь он играет слева. Для него, наверное, это даже лучше, потому что Ясмин, он с мячом на «ты», и он хорош. Сейчас продемонстрировал свой дриблинг на краю, а когда ты играешь в центре обороны, то у тебя нет возможности так часто атаковать. Ну и вот переход в Буран — это шаг вперед, потому что пока Марвел еще на такой уровень не вышел. Хоть и старается. И команда Дмитрия Захарова добавила в первом дивизионе тоже. На игре здесь удар Берега Тутберидзе. Подставляет голову, по-моему, Сергей Попов. Это один из лидеров Пандоры. В прошлом очень талантливый футболист. Яркий, креативный. Не всегда, правда, он в ладах со своими же эмоциями, что приводило к личным дисквалификациям. Но в остальном это игрок, который большую пользу своей команде приносит. Так вот, матч Легиона Голдшарка, битва за первую
восьмерку. И в этой битве Легион одержал победу счетом 4-1. Для него это, наверное, игра была важнее, потому что Голшар календарь полегче, а для Легиона поражение означало, по сути, необходимость во что бы то ни стало брать очки у Динамо или Интера. Сами понимаете, что эта задача не самая простая. Но вот сейчас Легион может немножко заснуть спокойно. Хотя еще, конечно, тоже не решил задачу. Ну а Голшарк и вовсе на данный момент откатился вниз на восьмую строчку турнирной таблицы, пропустив своего соперника. И в следующем туре с МЗКП будет разбираться. Будет интересная игра. Ну и вот сейчас мы смотрим центральный матч первого дивизиона. Важная, интересная игра. А затем вечером Кирилл Жизумовский во второй раз появится в нашем эфире и прокомментирует, не вечером, конечно, прошу прощения, а в воскресенье, но вечером, да, в 17:50 еще одну игру с участием Интера. С Гефестом был перенесен матч 9-го тура, а 19 ноября состоится матч календарного 11-го тура, и Интер сыграет с Динамо. Таким образом, вот сейчас Интер набрал 24 очка. Может вплотную к Динамо приблизиться, но об этом позже. Андрей Голубев расчехляет свою пушечку. Великолепный 23-й номер Прайда. Человек, который много лет провел в высшем дивизионе Северной лиги. Человек, который играл за сборную Севера, легенда смены, потом очень долго играл за Восход. Вот Голубев набирал вес, казалось многим, что вот набрав вес, он так не сможет играть, как раньше. Но вы знаете, Андрей в Восходе даже вот с таким весом в центре полузащиты играл, и очень неплохо. Сейчас он на стрие атаки в Прайде действует. Вот его как раз после гола заменил Дмитрий Семиков. Отработал свой отрезок здорово. Голубев, и видите, как он играет. Во-первых, его сумасшедшая левая нога, это же любой стандарт опасен. А во-вторых, он здорово цепляется за мячи и попробует бери, если он за мяч зацепился. Ну и Прайд выходит вперед. Важное событие. Посмотрим, что будет дальше и как Буран на это отреагирует. Пока бело-голубые чего-то экстраординарного не продемонстрировали. Прайд, в общем-то, тоже. Прайд играл неплохо, но каких-то серьезных моментов у ворот Алексея Герасимова мы не видели. Ну и видите, здесь стандарт все решил. Ну а битва стандартов, она тоже достаточно интересная. У нас сегодня Берег Тутберидзе, да, в общем-то, и Артем Соболев может пробить против Андрея Голубева. Как раз, ну и Сергей Попов, я думаю, тоже может исполнить штрафной удар у Прайда. А 16 декабря еще один человек появится в команде, который может стандарта хорошо приложиться. Вот, и Голубев с левой ноги, а тот справа Владимир Луриков, который начинал сезон как игрок Легиона, но ни одной игры не провел. По уважительной причине он служит в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Ну и вот он 16 декабря возвращается и ушел из Легиона в аренду в Прайд, чтобы набрать форму. И думаю, что здесь для Владимира это оптимальные условия, можно сказать, тепличные, потому что, ну, во-первых, первая лига хороша, и как раз особенно для того, чтобы набрать форму, во-вторых, для него здесь тепличные условия, потому что много партнеров бывших по Пандоре, много людей отлично ему знакомых, Попов, Семиков, Дмитрий Семиков вообще лучший друг Владимира Лурикова, Петр Сорокин, Александр Мартынов, Павел Горбачев, ну, в общем, достаточно людей, с которыми он не один центнер пота на футбольных полях пролил. Здесь Панцов, фол, подставился Максим Панцов, сейчас под нарушение правил. Немножко поспорили на скамейке Прайда, но Петр Сорокин вот как раз нет, он не спорил, он извинился перед Панцовым. А и здесь нарушение-то даже не на Панцове зафиксировано, а раньше. Максиму Каплиному Берег Тутберидзе недоумевает, собирался он штрафной исполнить, а здесь нужно совсем издалека. Артем Соболев будет исполнять. Он, на самом деле, может и ударить. Но он разыгрывает с Чугунова мяч. Шамилю Малатов.
Чугунов, тут Беридзе, вот упади сейчас, может быть, был бы штрафной, но не упал. Панцов, наверное, футболист, с которым можно отдельно сказать, с ним связана достаточно интересная и в какой-то мере даже забавная история, потому что Максим Панцов перешел в это трансферное окно из Марвела в Буран, уже успел за новую команду отличиться, но перешел на неделю позже, чем того хотел сам, чем того хотел Александр Навезенцев. Не сыграл Панцов против Ювенала, но там Буран выиграл 8-2, а вот дебютировал в игре с Ансаром прошлого тура, и Ансару проиграл Буран 2-3, но Максим Панцов голом отметился, и Панцов и Соболев забили, две передачи Беридзе отдал. У Соболев бьет, вылетел мяч из скопления игроков на месте. Сейчас Александр Мартынов. Так вот, Максим Панцов хотел уйти из Марвела в Буран, но Дмитрий Захаров, капитан Марвела и руководитель команды, отказывался подтверждать трансфер. И в итоге на неделю решение вопроса было отложено, но поскольку никаких, в общем-то, юридически обоснованных причин не отпускать Панцова у Захарова не было, Максим радует теперь своей игрой руководство и болельщиков Бурана. Уже, видите, гол на его счету есть, но вот смотрите, опять проигрывает команда. Вообще Буран на хорошем ходу идет, занимает 5-е место в чемпионате, 24 очка набрал, тот же Прайд набрал 22 очка и занимает 7-е, позиция для атаки, но вот Кристалл, который прямо над Бураном и на одну очку его опережал, выиграл у Ансара 3-2 в упорнейшей борьбе прямо перед этим матчем, причем забил гол минут за 10 до конца, победный Кристалл, сейчас Бурану надо обязательно побеждать. Ну и вот видите, до прихода Панцова была победа 8-2, а сейчас уже есть поражение. И сейчас проигрывает Буран. Впрочем, вряд ли это можно два факта связать вместе. Так просто отмечаем. Потихонечку закипают страсти. Футболисты Бурана недовольны игрой. Друг с другом спорят. Посмотрим, как все будет дальше. Буран команда куражная, когда у нее получается, ее сложно остановить, но... Вот здесь, смотрите, отбор чистый, Попов сыграл, разворачивается вокруг своей оси и выводил Семикова на ударную позицию, но немножко в такт не попал нападающему. Видите, Сергей Попов сейчас показал свое мастерство, что он умеет делать. Соболев не спешит, там Панцов делал забегание за спину защитником, но Соболев предпочел тут Беридзе обыграться. Это правильное решение, потому что передача на Панцова, она могла пройти, но шансов было немного, процентов 15, а... больше шансов было на потерю. А так Буран сохранил мяч. Впрочем, никакой атаки как таковой не получилось. Замена. И вот сейчас мы узнаем, кто тут единственный из трех человек, которые должны были быть в запасе у Бурана. На игре присутствует. Уходит Ясмин Бинеш. И на левую бровку... выходят, ну просто здравствуйте, приехали. Кто выходит, непонятно, потому что номера перепутаны у команды. Ну, будем сейчас пытаться по заявке выяснить... А, тут я прошу прощения, я вот про Артема Соболева говорил, а Вадим Болдырев же по 10 номерам играет, конечно. А появился Артем Соболев сейчас на замену. Ну да, их вообще, в принципе, кроме того, что у них обоих темные волосы, так перепутать сложно. Чуть-чуть похожие черты лица, но все-таки разные футболисты. Я прошу прощения, это немножко заклинило, бывает. Вадим Болдырев, конечно, играл по 10 номерам, Артем Соболев. Ну, в любом случае, все, что я говорил об Артеме Соболеве, яркий, очень креативный футболист. И сейчас он должен усилить игру. А я вижу, что Алексей Молочников доехал и уже в форме, и переоделся, и готов вступить в игру. Таким образом, отмечаю, что только Романа Плищенко нет на поле. Ну и, собственно, Артем Соболев начал в запасе, потому что, видимо, не успел к сбору. Собственно, Болдырев играл в центре полузащиты, справа Панцов играл, и в нападении действовал Иван Филатов. Ну, надеюсь, что поклонники Бурана меня простят.
и сами Соболев и Болдырев. Здесь Берит забьет по воротам. Вообще, да, конечно, ну, можно было бы списать на то, что Буран не так часто бывает в наших эфирах. Была трансляция матча перед летом, который Буран очень уверенно выиграл, 7-1. Но дело в том, что я немало игр Бурана видел, и, в общем-то, и Соболева, и Болдырева в лицо знаю. Ну, как-то вот так вот, да, заклинило, бывает. Мартынов вводит мяч в игру. Здесь хороший Шамиль Умалатов на перехвате. И еще здесь не очень удачно обрабатывает Роман Макаров, который появился в одной из пауз на поле. Мяч, и Буран его сохраняет. Ну и, собственно, в одной из пауз появился на поле Алексей Молочников и заменил он Максима Панцова, собственно, вот в последней практически паузе, которая была больше, чем пара секунд. Молочников играет справа в полузащите. Здесь хорош Чугунов и будет бить, может быть, уже лишнее. Под подошву здесь прокатил. И тут Беридзе сам один на всех. А вот Попов Соболева между ног прокидывает. В центр выворачивает. Там перевод даже, ну, может быть, тоже лишнее. Вот, наверное, чем отличается от команды вышки. Эти футболисты, они хороши все, но вот иногда пока не хватает опыта принятия решений, как действительно в высшем дивизионе поиграть против Интера, Гефеста, и научишься играть рациональный футбол. А здесь, видите, в первом дивизионе можно такой пас сделать, и это прокатывает, проходит, не наказывает тебя. В высшем дивизионе так пару раз обрежешь, три гола получишь в свои ворота, и в следующий раз будешь играть по-другому. Ну, а вообще потенциал играть в высшем дивизионе и у Прайда, и у Барана есть, хотя командам надо будет добавлять для того, чтобы там закрепиться. Семиков ушел с поля, обратно появился на газоне Андрей Голубев. Уж жесткий стык какой, но через мяч все чисто. Буран владеет неким территориальным преимуществом, но в целом у нас очень закрытый футбол. Моментов практически нет, обе команды хороши в обороне. Ну и в целом, Буран выиграл 5 из последних 7 матчей, Прайд выиграл 5 из последних 6, так что я недаром говорю, что команда в огне. Здесь Соболев нарушил правила, но мяч у Попова, поэтому свистка не было. Вот сейчас Каплин дает свисток, может быть, даже и штрафной даст, а не аут. Досталось Петру Сорокину по ноге, нет, ну аут будет, сейчас вернут футболисты Бурана мяч. Да-да-да, Максим Каплин говорит, что аут нужно вести за боковой, но Берег тут берет, задаст сейчас мяч. По-прежнему Иван Филатов на острие атаки. Дмитрий Наумов и другие игроки Прайда аплодируют. Наумов еще при этом обрабатывает мяч. Закидывает на Голубева. Тут почти зацепился, но Шамиль Умалатов, хотя уступает Андрею в габаритах, грамотно здесь сыграл позиционно, оправдывая статус капитана Бурана. Тут повязку надо бы капитанскую все-таки сделать, но это касается и Прайда. Нужна капитанская повязка капитану. Это футбол. Надеюсь, что услышат меня руководители клубов и позаботятся об этом элементе футбола. Не стоит им пренебрегать. Тут Беридзе. Удар. Ну, вот это, в принципе, фирменная игра Тутберидзе. Другое дело, что он от ворот вынужден был сейчас уходить. И бил там 2 или 3 человека еще было на пути мяча из Прайда. Им не потребовалось вступать в игру, потому что удар не точно получился. Очень хорошо Прайд обороняется. Я уже об этом говорил. В целом территориальное преимущество у Бурана достаточно солидное, но можно также сказать, что Прайд играл по счету, играет по счету. Правда, вот это преимущество, оно вырисовывалось и до гола Голубева. А гол со штрафного пришел, еще раз повторю, то есть, ну, опять же эпизод. Ну, а с другой стороны, стандарты в футболе — это такая штука важная. Как бы ей пренебрегать нельзя. И здесь прострел хороший в исполнении Болдырева. Но ни Тутберидзе не сумел подправить, хотя пытался. Ни в нужной точке не оказалось Ивана Филатова. А выйти на такой мяч уже, успеть к нему там среагировать, когда он вылетает, сложно. Иван Филатов не был на пути траектории мяча, ну и не дотянулся до него. Появился Владислав Ножкин у Прайда. Под 17-м номером.
И играет он вместе с Романом Макаровым, вместо которого должен был играть в стартовом составе. Сейчас разберемся, вместо кого играет. Вместо Сергея Попова, потому что Александр Блохин остается в центре, опорный полузащитник. В принципе, Блохин игрок универсальный, он легко в обороне может в центре сыграть. На обоих флангах в обороне. Если надо, и на фланге полузащиты, но, наверное, вот три позиции в защите. И вместо опорника это те амплуа, в которых удобнее всего Блохину действовать. Вот он на ваших экранах сейчас. Опытный очень футболист. Он знает, где придержать мяч, где, наоборот, побыстрее сыграть. Хорош в отборе. Мне доводилось с Блохиным в одной команде играть. Не был фейл, правда, но могу сказать, что это очень надежный партнер. И играть с таким комфортно всегда на поле. Это факт. В общем-то, не жарко сейчас Алексею Герасимову, у него нет работы практически, у него и не было особо в этом матче, но его команда уже уступает. И сказать, что не ведет не по делу Прайд, нельзя. Прайд свой гол заработал, штрафные гол убивает почти всегда. Голевой момент, ну потенциальный голевой момент, ладно, давайте так рассуждать. Так вот, штрафный гол убивает потенциальный голевой момент, но вот был он реализован. Был он реализован Прайдом. Ну а дальше очень осторожная игра по счету, но Буран-то тоже не раскрывается. Пока Буран не взвинчивает темп, Буран пока играет по плану А. Это, наверное, правильно. Еще играть очень много времени. Это только первая половина, еще потом полчаса второй. Так что, полагаю, менять что-то в своей игре Буран будет потом. И то, если не сравняет. А вот так вот, видите, сейчас поставил Молочников под удар Болдыреву. И тот бил, да, не попал. Да, выше ворот мяч прошел. Да, полетел, ну, не так, чтобы здесь это назвать голевым шансом. Но, в принципе, Болдыреву с такой позиции бить давать нельзя. А здесь Блохин, ну, вот видите, разворачивается. Тоже почувствовал, на голубую передача не прошла, но опять же без обреза, и снова Блохин откидывает назад, и даже потери, похоже, не будет. Нет, здесь попроще Петр Сорокин сыграл, аж за пределы стадиона мяч отправил, причем идти придется все равно его партнером за мячом, ну или сейчас кто-то подаст из играющих за пределами стадиона детей, а так, в общем-то, поработать своим одноклубником, можно сказать, Сорокин дал возможность. Ну и, знаете, попроще сыграл, может быть, можно было в том эпизоде назад вратарю попробовать откинуть. Но сколько мы видели в футболе ситуации, когда с такого дальнего расстояния пас идет слишком слабый, потом следует перехват и гол. Зачем привозить момент, да, не уверен, сыграл вот так. Прайд уже давно мяч отвоевал, все заиграно, ничего не возникло у ворот команды. А так, лучший враг хорошего. Здесь Сорокин разобрался четко. Ну и, в принципе, наверное, вот эта игра, у Прайда всего две замены, у Бурана формально три, но на деле две. И чтобы накормить Прайд, и чтобы он подустал и ошибался во втором тайме, можно было бы взвинтить темп Бурану. Но здесь еще надо отметить, что сам Прайд этот темп контролирует. Он не дает Бурану темп взвинчивать, он разбивает игру на эпизоды. Может быть, это само собой происходит, а не прям так, чтобы сознательно действовали так футболисты Прайда, но это есть. А здесь фол Наумов, так, пограничный момент. Соболев уже открывался и просил у Филатова передачу, но обыгрывал в другую сторону Филатов, а затем его сбили, он не успел даже подготовить этот пас. Быстрый розыгрыш Бурана. Тут Берис бьет, рикошет, гол. 1-1. Ну и видите, штрафной Бурана. А здесь надо сказать, что много мини-футболистов в Буране, которые за московское «Динамо» играют. Ну, собственно, Тутберидзе, Соболев, Болдырев, по-моему, тоже. Ну, и они вот эти быстрые розыгрыши любят. Ну, и видите, Александр Мартынов ничего здесь не мог сделать. Бить надо по воротам, и тогда всегда есть шанс на рикошет. Удар состоялся. Ну, и такими не особенно вытекавшими из логики игры голами обменялись команды. Прайд в игре вообще без преимущества кого-либо забил со штрафного. А Буран, да, владеет территориальным преимуществом сейчас, потому что соперник играет по счету, но ничего особенно серьезного не создает команда Александра Навезенцева, Ивана Гжеляка и
чуть-чуть повезло ей, ну и Прайд не то чтобы гол забил, про который можно сказать, что ну, он должен был состояться. Здесь переборщил Роман Макаров с дриблингом и встал после того, как потерял мяч. Это важный нюанс. А Буран с честным преимуществом идет в атаку. Правда, тут Беридзе неточный пас делает. Шамиль Малатов, который в пенсионную атаку также подключился, здесь дорабатывает и в подкате выбивает мяч за боковую. У нас уже последняя минута идет в первой половине вовсю. Она уже, в общем-то, близка к завершению. Еще 20 секунд играть. Не уверен я, что Максим Каплин что-то компенсирует командам. Остановок, за которые в ЛФЛ компенсирует время, по крайней мере, Максим Каплин, у нас не было. Ну, а значит, можно подводить итоги первой половины. Она прошла с территориальным преимуществом Бурана, который больше владел мячом, но... В общем и целом, можно сказать, что счет по игре 1-1. Отдыхаем, вернемся во второй половине. Закончен перерыв в матче 14-го тура первого дивизиона в центральном матче в Северной, естественно, лиге. 1-1 в противостоянии Прайд Буран. Андрей Голубев со штрафного на 11-й минуте счет открыл на 29-й. Берег Тутберидзе после короткого розыгрыша с Вадимом Болдыревым, тоже со штрафного, не без помощи рикошета, равновесие восстановил. Примерно равные были по дальности удары. Ну и этот паритет в целом отражает расстановку сил на поле, хотя Буран играет с достаточно ощутимым территориальным преимуществом. Особенно ощутимым оно стало после того, как открыт был счет соперником Бурана, но Прайд как раз по этому самому счету действует, играет очень рационально, надежно, так что здесь, я думаю, имеет смысл говорить о примерном равенстве сил и о столкновении стилей. Конечно, Буран всегда играет с надеждой на контроль мяча, но пока не всегда хватает команде фундаментальности. И смотрите, сейчас Дмитрий Семиков зацепился, скинул Попову на ход, и тот пробил. Попади, и вот уже опять Буран был бы в роли догоняющей стороны. К составам команд, давайте, в которых они вторую половину начали. Прайд теперь справа играет, как защищал, так и защищает, естественно, Александр Мартынов. Ворота, Дмитрий Наумов под 77 номером справа, Павел Горбачев по третьем в центре, слева Петр Сорокин по 21-м, никаких изменений, как и в опорной зоне, где Александр Блохин под пятым номером играет. Справа в полузащите Сергей Попов, 10-й, слева 13-й Роман Макаров, и на острие единственное изменение по сравнению со стартовым составом не Андрей Голубев, а Дмитрий Семиков номер 9. Так они с Голубевым примерно по 10 минут пока играют. Ну, посмотрим, насколько верна эта теория. Если на 10-й опять заменят Семикова, то наверняка верна. Здесь штрафной удар Буран зарабатывает. Зарабатывает тут Беридзе. Очевидно, для самого себя. Буран в следующем составе играет. Алексей Герасимов в воротах номер 30. Справа в защите Алексей Чугунов 13-й. В центре Шамиль Умалатов 4-й. Слева, начинавший в запасе, Артем Соболев. У него номер 22. Хотя в стартовой расстановке он как центральный полузащитник был отмечен, но, может быть, еще в центр перейдет, передвинув Болдырева в атаку, а Ясмин Бенеш появится слева. Давайте после штрафного мы закончим. Готовится Болдырев исполнить. Соболев и Тутберидзе под розыгрыш встают. Но бьет сам Болдырев, и там достает Мартынов мяч угловой. Так вот, Вадим Болдырев под 10 номером в центре играет. Берег Тутберидзе слева, у него номер 88. Алексей Молощенков играет справа по 27-м. И на острие атаки Иван Филатов 9-й. Здесь много изменений по сравнению со стартовым составом. Два изменения, потому что не доехал Роман Плищенко до игры. Вот те самые два человека, которые были на скамейке в начале игры. А Соболев туда еще не подъехал к тому моменту. Или нет, не Соболев, Молощенков не подъехал. Они оба на поле. В начале второго тайма Ясмин Бенеш и Максим Панцов на скамейке запасных. Ну, а, собственно, Владислав Ножкин и Андрей Голубев в запасе у Прайда. Ну и, в общем-то, вторая половина началась, словно первая не заканчивалась. Буран игру контролирует. Здесь хороший перехват. У Малатов не слишком удачно сыграл.
и потащил Макаров мяч, но Малатов же не без помощи Молочникова отработал. Макаров, правда, там цеплялся до последнего, но все-таки Буран мяч забрал. Тут Беридзе в касание, Молочников. Видите, когда есть возможность, Прайд идет в отбор сразу и не позволяет быстрый розыгрыш сопернику, но Буран хорошо контролирует мяч, и выход удается команде. И штрафной удар, очередной штрафной удар Бураном заработан. Ну а что касается тут Беридзе, он забил 13-й гол в этом сезоне, и он лучший бомбардир Бурана. Ну а у Прайда Андрей Голубев забил 6, он второй после Сергея Попова, у которого 7 мячей. Ну а тут Беридзе, вот я не знаю, не посмотрел, Радован Среданович забивал или нет, у него было 12. 12 у Сергея Малышева из Тандера. Но Тандер играет с Вымпелом завтра, удар тут Беридзе со штрафного выше. Поэтому еще не забивал Сергей Малышев. Но вот 13 у Берега Тутберидзе. Он на третье место вышел в списке бомбардиров. 14 мячей у Ахмеда Шамсуддинова из Бинго Бум. Ну а лидирует форвард Аэрофлота, или даже полузащитник Аэрофлота, скорее Евгений Кулаков. У него 21 гол, 3 из них с пенальти, правда. Но он из игры больше всех забил 18. У Шамсуддинова только 14. У Средановича один гол с пенальти проведен. А вот еще удар Романа Макарова. Но здесь очень здорово играет Алексей Герасимов. Надо отметить, что работает в воротах хорошо голкипер Бурана. Не заскучал, не замерз. Может быть и замерз, но не потерял концентрацию. Надо посмотреть будет гол Андрея Голубева. Может быть, там мог получше сыграть голкипер, но... утверждать не буду. Ну, а сейчас потеря. Знаете, Буран потерял стройность вот в этих попытках разыграть доверного. И сейчас момент уже голевой, и Семиков ошибается в передаче. Отдал не Попову, а... Чугунову, по сути, под вынос. Надо было, конечно, по-другому сыграть. Дмитрию Семику мог и сам пробить. Пытался улучшить ситуацию. Я уже говорил поговорку. Называл, что лучше это враг хорошего. Ну и сейчас Семиков робко сыграл. Робко. Дмитрий Наумов будет бросать из-за боковой. Назад на Попова. Чтобы под контроль мяч взять. Попов в штрафную. Здесь Роман Макаров что-то сложное задумал. Так не забить. Только при каком-то совершенно невероятном, запредельном везении, как и здесь. Зачем Макаров пытается все решить сам? Горит немножко этот футболист вот в эти минуты. Ну, это... ну, нерационально просто. Макарову только один гол в нынешнем сезоне за Прайд в чемпионате Северной Лиги. 23-летний нападающий, он появился только что в коллективе, вот он два матча провел, гол два паса уже сделал, из Солхэма перешел из первого дивизиона северо-запада, и вот отличился в матче с Эдита, которую 5-0 обыграл Прайд, и сделал голевой пас в игре с Ювеналом, которым 4-3 Прайд выиграл. Вот видите, пришел Макаров, и две победы есть у команды, но сейчас уже не ведет она. Так что здесь все сложно, но во втором тайме, видите, во втором тайме получше играет... на мой взгляд, именно Прайд. Да, есть потери у обоих коллективов. Алишера Ахмедова нет. Нет Владимира Потанина у Прайда. Из игроков, которые много играют и важную роль исполняют в команде. Ну, главное, наверное, здесь потери все же нужно назвать. Ну да, много играет еще Иван Ватутин, которого нет. Но главное, конечно, потери, я думаю, здесь надо назвать Романа Амельченко. Наговорил на дисквалификацию защитник. Ну, у него 4 желтых, пропускает игру. Но Роман Амельченко здесь, к слову. Он на стадионе... стоит в курточке серой в клубных цветах.
Переживает за команду. Ну, а как иначе? По-другому никак. Ну, а здесь удар по воротам Шамилю Малатову в спину попала капитан Бурана. На газоне он не стал бы жаловаться, если бы действительно ему не было больно. Роман Макаров подбодрил соперника и готовится прайд угловой исполнить. Разладилась игра у Бурана. Хотят все и сразу, при этом пока плана Б подопечная Новизенцева не демонстрирует. Вижу, там Ясмин Бинеш прыгает на бровки и собирается появиться на поле. Дмитрий Наумов готовится исполнить угловой удар. В общем, Дмитрий Наумов, человек, который в ЛФЛ... Момент голевой просто! Александр Блохин, никто его не держал. Попади, пятый номер, был бы гол. Вот она, восходовская связочка. Но не попал. Так вот, Наумов как нападающий, значит, он может нападение сыграть. Но, наверное, нужнее он, конечно, как защитник прайду. И он очень добротно на бровке работает. Но вот счет 1-1, он чем интересен, что вот разладилась вроде бы у Бурана игра, да? Прайд по акцентированию атакует, поинтереснее, а одну атаку сейчас проведет соперник удачную. И все разговоры уже будут бессмысленны о том, что у Бурана провалы, разрыв между линиями, что игра не получается, что прайд хорош. Так что все у нас висит на волоске и будет висеть. Темп не очень высок, но темп невысок, потому что команды друг друга, очевидно, опасаются и с уважением относятся. Оно не должно быть излишним, не должно перерастать в пиетет. Но такого все-таки нет. Просто очень важная игра. Но опять же, чем больше будет времени сыграно, чем больше команды будут уставать, тем больше будет ошибок. Они уже пошли. И я думаю, что голы мы еще увидим сегодня. Может быть, гол. Но в целом моменты голевые точно будут. Смотрите, опять, вот если бы не Шамиль Умалатов, мог бы сейчас Роман Макаров и вывести Семикова на убойную позицию в штрафной. А, и тут же уже прайд надо дорабатывать. Прайд получше дорабатывает, чем Буран в обороне, но тоже в центре поля многовато зон оставляет. Другое дело, что вот видите, перед штрафной Попов доработал. Пошел один на троих, потерял. Уже Умалатов тащит мяч, там Вадим Болдырев остался. Это чисто, нет, не чисто сыграно. Блохин... как раз спорит с Максимом Каплиным, считает, что он мяч сыграл, но Малатов грамотно здесь все сделал. Штрафной удар — это шанс, еще один шанс, пока у нас только со стандартов голы забиваются, но по такой игре это не удивительно. Ну что, Артем Соболев с левой ноги ударит. По крайней мере, он собрался. Ну и кто? По-моему, Дмитрий Семиков получил желтую карточку. А может быть, Блохин так показал Максим Каплин, что непонятно. Если Блохин, то формально это может быть из-за нарушения, а может быть, из-за разговора, но... Если это Семиков, то только за разговоры, но вообще, учитывая разницу временную между фолом и предупреждением... Я думаю, что это за разговоры, карточка. Ну и что, Чугунов или Соболев? Уверен, что Соболев будет либо бить, либо откатит. Сейчас Болдырев. Тут, кстати, в очень перспективной позиции стоит. Пожалуй, пас отдать имеет смысл. Соболев на Болдырева не смотрит, но у них динамовская связка. Тяжело прямым ударом сюда забить, хотя можно. Здесь вообще интересный нюанс. В вратарский угол, если ударить, то Мартынов и сам может не увидеть этот мяч. Слишком много там перед ним народу, и свои, и чужие. Бьет Соболев, но, в общем-то, наверное, в расчете на то, что стенка прыгнет, или просто удар у него не получился. Момент продолжается, загрузили мяч в штрафную, Мартынов, хорош! Сейчас на выходе. А здесь что, неужели Макаров зацепится? Остановил мяч, но... Соболев подсутился, а здесь фола нет, хотя Соболев так старательно падал, но спасибо Болдыреву доработал. Разладилась совершенно игра у обеих команд, но смотрите, не точит передача на другой, тут Беридзе падает, все падают. Какой-то сумбур
происходит. Вот то, о чем я говорил, пока не хватает опыта, наверное, игры на самом высоком уровне обеим командам. Это придет, игроки сильные, но вот этого самого опыта не хватает. Из-за этого столько ошибок. Андрей Голубев меняет Семикова, 14 почти минут Семиков отыграл, почти 14. А здесь Попов опять свою марсельскую рулетку крутит, и фола и нет. И здесь последователен Каплин, Соболев, такая жесткая передача, Филатов зацепился, отпасовал Молочникову. Кстати, Панцов и Бенеш так и не появлялись во втором тайме, без замен пока. Буран играет. Панцова я вообще не вижу на скамейке, если только сидит где-то или... Нет, вижу, стоит, в капюшон закутался. Только Бенеш прыгает в форме. Ждет своего выхода на поле без шапки. Ясмин. Но пока так его и не выпускает. Макаров опять 1-1. Чугунов доработал. Это желтая. Я согласен с одной стороны с Романом Макаровым, что не было нарушений, но только в этом. Потому что... Вот так вести себя неправильно. Это вторая желтая карточка. Роман Макаров за 15 секунд наговорил на две желтые карточки. И, честно говоря, за то, что футболист сказал в адрес Максима Каплина сразу же, когда выбил мяч. Первый он получил за то, что выбил мяч, а вторую за разговоры. Тут уже перегорают футболисты Прайда. Просит Максим Каплин, ну, сразу сказать, что, парни, вы сегодня не выиграете. Но, честно, я вот договорю, за то слово, которым назвал Роман Макаров, выбивая мяч Максима Каплина, в принципе, он должен был получить прямую красную карточку сразу. Ну и, опять же, Максим Каплин – это один из лучших арбитров Северной Лиги. Ну и это человек, который профессионально работал. И, в общем-то, я много раз играл в матч, который он обслуживает. Момент! И что не забивает? Блохин пенальти! Блохин не забивает, но влетел ему в ногу Герасимов. И получает желтую карточку. Как у нас события сегодня развиваются? Это пенальти. Да, не забил уже игрок Прайда, а с другой стороны, если бы сейчас не влетел в него вратарь, вполне возможно, что гол бы состоялся. И Андрей Голубев будет исполнять пенальти. Что там сейчас Голубев с Блохиным? Андрей не хочет сейчас спросить у арбитра, как выиграет его команда или нет? Или считает Голубев сейчас, что извиняется перед его коллективом Каплин? Это риторические вопросы, если что, они ответа не требуют. Голубев против Герасимова. Это без шансов. 2-1. Забивает второй гол Прайда Андрей Голубев. И Прайд в меньшинстве. Выходит вперед. Голубев оформляет дубль. Девять голов теперь на его счету. Ну и, опять же, Максим Каплин умеет держать игру. И, честно говоря, получить от этого арбитра красную карточку, нет, конечно, можно. Но это надо постараться. Максим Каплин действует по судейским заповедям. А судейская заповедь, знаете, как у врачей, не навреди, да, у защитника не привези, так у арбитра, если можешь не удалять, не удаляй. Так вот, если человек за... 5 секунд умудряется получить две карточки от Максима Каплина за неспортивное поведение, он эти карточки заслужил, поверьте мне. А я слышал прекрасно и видел происшедшее, и абсолютно точно Макаров свои предупреждения заслужил. И сейчас еще посмотрим, честно говоря, не будет ли дисквалификации больше. Но учитывая, что он за две желтые карточки был удален, вполне может быть так, что дисквалификация будет в один матч, но и это надо будет за благо Макарову посчитать. Так, Голубев забил и опять ушел с поля. Нужен помобильнее состав Прайду. Сейчас Ножкин появился вместо Голубева, и сейчас 3-3. 3-3-0. Такая схема у Прайда, которому еще...
Еще 6,5 минут играть в меньшинстве. Ну, посмотрим. Ну и вот Алексей Молочников выходит, Максим Панцов у Бурана появляется. Буран в большинстве успел потерять мяч, пропустить контратаку, привести пенальти, контратаку голевая. Контратака была голевым моментом, это вот отметим, что пенальти-то не из ничего возник. Пенальти возник после того, как Буран в большинстве провалился. Он и в равных составах проваливался. И Буран пока вообще ничего не может сделать с Прайдом. Ну вот, опять берет мяч под контроль. Время еще есть, но Буран в роли догоняющей стороны в большинстве оказался. Все недовольны работой арбитра. Ну, на самом деле, это так вот часто бывает. Там в пылу борьбы ты оцениваешь... Ты оцениваешь... момент как-то вот по-своему эмоционируешь, а когда смотришь со стороны игру, когда или потом в записи, ты все видишь по-другому. И я вот без эмоций смотрю просто интересный футбол, ни за кого не болею, и вижу, что, по-моему, Максим Каплин был прав, и в эпизоде с ударением он точно был прав, но в эпизоде с пенальти, ну, по крайней мере, основания назначить 10-метровый были. И Блохину по ноге досталось. И то, что это было в момент, когда он уже ударил, но еще до того, как мяч пересек линию поля, что важно, я думаю, как раз говорит в пользу арбитра. Зацепился Ножкин, но руки подставил здесь. Подставил ручки. И... быстро Буран исполняет штрафной удар, разыгрывает. Уж если на чужой половине поля чаще разыгрывает бело-голубые, то на своей-то понятно, что будут быстро разыгрывать в своем мини-футбольном стиле. Панцов, ну, Прайд умеет стоять, и даже в шестером. Ну, посмотрите, на самом деле ощущение, да, что играет в меньшинстве, Прайд нет вообще. Здесь нет фола. А вот здесь на Петре Сорокине, мне показалось, был. Но в итоге заигран эпизод и ошибка Вадима Болдырева. Когда плеймейкер в большинстве дает такие передачи, отыграться сложно. А что, Блохин здесь зацепится? Вот я, кстати, говорил о том, да, какой игрок Александр Блохин. И вот такой незаметный герой. А в итоге он на пенальти заработал. И сейчас цепляется в меньшинстве. Ножкин, Ножкин, момент! Ах, не та, не та. Ножка сейчас под правую бы ему и бил бы. А под левую не стал. Потеря. Он уткнулся еще и Попову, Панцов. И Панцов ошибается. И ошибается... тут же Горбачев. Продолжается у нас фестиваль ошибок. Вот хороший перевод от Болдырева. Тут Беридзе и не сумел Берег остановить мяч. Вернее, остановить сумел, но не смог оставить у себя. Наумов воспользовался длинным отскоком. Но Берег тут Беридзе сам доработал. Передача фол был. Мяч остается у Бурана. Болдырев. Тут Беридзе. Бинеш так и стоит там в форме и ждет, выйдет ли он на поле. Нет, удар! Хотел сказать гол, но ногой каким-то чудом достает Мартынов от мяча. Мне показалось, что сейчас от ноги он отскочит ворот, но это был оптический обман. Остается не так много времени у Бурана, остается 7,5 минут. Ну что-то, наверное, добавит Каплин там из-за всех этих споров. Ну и в большинстве остается 2 минуты, по сути, у подопечных Новизенцева. Да, они давят, ох, здесь от Наумова рикошет. Уже не мог ничего, наверное, сделать здесь Мартынов, но мяч мимо штанги пролетел. Дмитрий Семиков появился на поле. Что, он появился восьмым? По-моему, рановато для восьмого. Нет, пока 6 полевых еще у Прайда на поле, Семиков фалит. Ну, соответственно, седьмым теперь появится Андрей Голубев полевым, а Семиков будет в полузащите играть, потому что... ну, теперь Макарова нет. Хотя, не знаю, здесь варианты есть еще для ротации у Прайда.
Сейчас на поле нет еще кого. По Сергея Попова заменили. Может быть, Попов и вернется в игру через пару минут. Сейчас подышит и окажется на поле. Продолжает Буран давить. Удар Чугунова. Подставлена нога. Давит Буран, но... Но Прайд, да, временами с трудом, но достаточно уверенно обороняется. И уже сейчас... будет его соперник в полном составе. Через несколько секунд уже, я так понимаю, правда, не вижу я. А, уже все. Нет, не все. Пока еще 6 полевых у Прайда. Буран тут хоккейное большинство разыгрывает. Опаснейший подкат от Семикова, собственно, штрафной. И просто он выбивает мяч. Но Образцова играет по счету Прайд сегодня. Образцова. Ну и вот Андрей Головев подходит к резервному арбитру. Вообще время истекло. Истекло время удаленного игрока. Может быть, посчитал Максим Каплин с момента возобновления игры. Тогда да. И тогда... Еще не должен входить игрок... И вот теперь приглашает Андрея Голубева на поле. Уравнялись составы. 4,5 минуты до конца. Но это еще не значит, что теперь Буран не отыграется на самом деле. Здесь для Прайда важный момент. Здорово команда отыграла в меньшинстве. Не просто не пропустила, а забила. Вышла вперед. Но теперь велик риск потерять концентрацию. Подумать, что все сделано. Что сейчас, если мы уж в меньшинстве-то так сработали, то в равных составах нам все по плечу, а Буран не та команда, против которой потеря концентрации не приводит к проблемам. Но при этом Буран оставляет очень много свободных зон. Здесь Андрей Голубев цепляется. И смотрите, Шамиль Умалатов уходит и зарабатывает штрафной. Шамиль Умалатов, конечно, не спорит, он здесь нарушал правила, но Голубев, конечно, очень грамотно сработал. И там Ножкин покидает поле, Сергей Попов возвращается, и Ясмин Бенеш, закоченевший, это видно по его сейчас бегу, с которым он на газоне оказывается, возвращается в игру. Не играл на втором тайме, вообще не очень много получилось у него игрового времени сегодня, минут 20 в сумме. Соболев перейдет в полузащиту или что? А, нет, Чугунова заменил Бенеш. Соболев слева, Бенеш справа, Умалатов в центре, Болдырев в центре полузащиты. И тут Беридзе, Панцов по краям, Филатов в атаке, но все это смешивается. А если сейчас Андрей Голубев забьет штрафной, то на этом можно будет игру заканчивать. По такой игре только чудо может помочь Бурану за 3 минуты 2 забить. Но надо забить еще Голубева, он не попадает. Ну не будешь по заказу так каждый штрафной реализовывать. Спешит, конечно, Герасимов. Через Бенеш как раз разыгрывает. Тот налево, там Умалатов. Умалатов Соболев, который уже поднялся за центральную линию. Тот Попова не обыгрывает. Но аут зарабатывает, тоже неплохо. В сложившихся обстоятельствах. Болдырев. Направо. Бенеш. Ну вот. Автобус припаркован. И обойти его пока не удается. Бурану, кстати, вот Панцов и Бенеш. Собственно, они в Марвеле вместе играли. И даже после того, как Бенеш уже за Буран играл, а Панцов еще в Марвеле. Часто их можно было здесь на стадионе на трибунах видеть. Вот сейчас они в одной команде играют. И, собственно, Бенеш у Панцов отправлял эту передачу в штрафную. Но она оказалась слишком сильной. Ну, а Прайд спешить точно никуда не будет. Зачем это надо? Команде Дмитрий Наумов будет выносить мяч в поле. Подальше на Андрея Голубева, чтобы тот зацепился. А Сергей Попов там на подборе.
Но это на Панцова. Другое дело, что плечом на соперника отправляет. Здесь Петр Сорокин классно играет. Отдает Попову. Тут сохранит, что ли, мяч? Неужели против Соболева и Панцова сохранит? Но нет. Те взяли числом и желанием. Многовато брака. И сейчас это все на руку, конечно, той команде, которая ведет. Спешит Буран, но плана Б подопечные новизенцев так и не представили. Это, кстати, вообще Бурану свойственно. Здесь тут Беридзе сбили. Со стандартами нужно быть поосторожнее. Правильно, может быть, не стоит фалить, учитывая, как игра складывается. С другой стороны, полуборьбы. Как ты здесь пропустишь человека? Если он тебя обходит, ты же не знаешь, тем более, что там дальше происходит. Тут Беридзе против Голубева. А здесь подкат и чисто. Смотрите, чисто сыграно. Горбачев классно сработал. 10 секунд до конца основного времени матча. Я думаю, что минуту может каплю компенсировать там с этими удалениями, пенальти. Были паузы. Или нет? Нет, не будет ничего Каплин добавлять. Завершен матч. И надо сказать, что Прайд выигрывает и выигрывает на мой вкус по делу. Буран не показал того, что должна показать команда, которая хочет побеждать. Ну, а два гола Андрея Голубева со штрафного из пенальти принесли Прайду победу. Буран после розыгрыша штрафного забил. Там берег тут Беридзе с рикошетом отличился. Ну и сейчас болельщики Бурана спрашивают, за что был пенальти. Посмотрите на видео. Ну, в общем, ладно, эти разговоры мы оставим. Я, Александр Седов, работал для вас. Далер Ганиев снимал эту встречу. Развивайте спорт себе и себя в спорте. До свидания.